Приготовление пудинга с ягодами. Для теста нам понадобится 2 яйца. Отделяем желтки от белков. К желткам добавляем 25 грамм сахара, 300 миллилитров молока, 125 грамм муки, немножко ванилина и замешиваем тесто. Белки взбиваем отдельно в пышную пену и добавляем к основной массе. Насыпаем в форму, смазанную маслом, ягоды и заливаем подготовленным тестом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 1 час 15 минут. Пудинг готов. Приятного аппетита!